Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Алер Блэк. Сегодня 1 мая, и к нам в игру достаточно неожиданно заехало обновление с донатными тачками в количестве 4 штук. Пародия на гелик, мотоцикл BMW, двухместный Корч, Acura NSX и самый дорогой из всей этой фантастической четверки Ford F-350 Raptor, про который мы сейчас и поговорим. Сразу скажу, если хотите обзор на все остальное, то накидайте побольше лайков, так я пойму, что вам интересно и вы ждете. А теперь погнали! Начну с того, что в магазине вы можете приобрести его за 2400 рублей до 9 мая. Потом их уже не будет. В Карпасе стоимость 3 миллиона 150 тысяч рублей. Максимальная скорость составляет 130 км в час. А разгон до сотки в стоковом состоянии около 10 секунд. В первую очередь машина предназначена для развоза. И для этого Раптору дали специальный уникальный груз. Это лот. За нее вам заплатят максимально 20 тысяч рублей. За час Раптор фармит примерно столько же, сколько и мегакрузер, около 120 тысяч рублей. Жрет при этом он немало, 45 литров ДТ плюс час, с учетом того, что бак вмещает всего лишь 195 литров. Управление у него вызывает сомнения, так как он дрифтит. Зачем его выпустили именно таким? Но будет явно проблематично на нем работать, так как кидать с грузами будет очень сильно, но на самом деле эта машина пригодится не только развозчикам, но и ОПГшникам. Ведь Раптор еще и выполняет роль мясовозки. Кто не понимает, что это значит, благодаря этой возможности на нее может залезть неограниченное количество игроков и кататься хоть на крыше, хоть в багажнике. Сразу вспоминаю старые добрые времена, когда по 30 человек катались на Хайлюксе и дэмили всех подряд. Теперь, скорее всего, играть опять будет интересно. Привет, ДМ! Еще одна интересная деталь. Пассажирских мест всего одно. В целом это, конечно, не проблема, но хотелось бы еще два. А то как-то несерьезно. На этом мой беглый обзор подошел к концу. Спасибо за просмотр. Удачи!